Я в Москве уже целый год, и мне здесь нравится. Здесь жизнь, люди. Господи, кого я обманываю? Здрасте. Мы 12 месяцев. Мы можем исполнить 6 ваших желаний. Это сон? Нет, это не сон. Время пошло. Желание первое, третий размер. Согласен. Твоя зарплата повышается в 3 раза. Поцелуй меня. Встретит любовь всей жизни, правильно? Я у вас тут спел сегодня неожиданно 50 песен, а ты не смог меня больше слушать и исчез. Понял? Тут выяснилось, что вы тогда попали к нам по ошибке вместо Анатолия. Это его желание мы должны были исполнять, понимаете? Круто придумали! Обыграть сборную России по хоккею. А что обыграть? В нарды. В нарды. О, Господи. Давай-ка для начала надел что-нибудь простое и понятное. Побить Васю Снегирёва. Снегирёв! Шаг вперед! Очень сильно испугаться. Был, погладил. Балкин с Ковальчуком уже уезжают. Кто уехал-то? Какие-то Галкин и Михальчук. Господи, неужели я когда-то стану таким тупым? Физкульт, привет. Привет, Камикадзе. Понимаете, мальчик вбил себе в голову, что может обыграть вас. Да, это еще что. Бегите, я задержу их. Маша! Да ну нафиг. Может, мне Ваенгу заварить? Или Стаса Михайлова, чтобы звездой стать? Вот это очень хорошая идея.